Здарова, пацаны, с вами Джеймс, это Калифорния Ролеплей. В общем, я договорился тут со своим подписчиком, что он сейчас прилетит сюда на стройку в Сан-Фьеру, и мы полетаем на его вертолете. Он купил себе вертолет. Его зовут Себастьян Вентура. Вроде бы вот так вот. Вот и он, походу. А нет, или да, не знаю. Нет, это не он. Это наш парень с департамента, с полицейского, просто проверил, походу, кто это сюда приехал. Сейчас, наверное, будут за мной наблюдать полисмены города Сан-Фьеро. Что тут я делаю? Может, я тут барыжу наркотиками? Так, все, я, походу, влип. Нет. Или да? Не знаю. Хоть бы пронесло меня в этот раз. Потому что меня сегодня уже с утра ругали, потому что кто-то из полицейского департамента смотрел видео мои и говорили, типа, эй, ты чё там, это, типа, ездишь в патруль, все такое. Так, меня попросили, чтоб при съемке я написал, что я буду снимать. Все, я снимаю. Так, для того, чтобы все были в курсе, что я снимаю, что если меня там нету где-то, то я занятый. Это же передают хай Ютубу. Так, оденем очки. Какие тут вообще лучше подходят? Такие вот, прикольно. Такая, не, полицейская шляпка такая не очень. А чё, в принципе, нормально. Такой вот прикольный коп. Сколько тебе лет? Мне 39. Нет, блядь, мне не 39, мне 17. Вон, Джейсон Браун передает привет Ютубу и Дэнни Моредз. Вот так вроде Морец. Правильно. Если неправильно прочитал, то извиняюсь, конечно, пацаны. То, что нужно. Отлично. Я никогда не летал на вертолете, на вот таком вот частном, типа на Калифорнии. Ну, надеюсь, это будет круто, ребят. Ведь полетаем мы. Клево. В смысле это Фрост? В смысле? Маркус Фрост, он, может быть, имеет в виду. Но нет, я не Маркус Фрост, я Дима Грозный. Блин, ну это круто, пацаны. На вертолетике я давно не летал вообще. Ну там стоял Фрост. Не. Да, на вертолете я не летал, конечно, так. Блин, повторяюсь это, но мне вообще прям нравится просто. Что-то тут у меня подсело FPS немного, надо, наверное, ниже чуть-чуть опуститься. О, да, все. Что-то оно подседает, когда высоко так летаешь. Так, я даже не знаю, куда полететь, в какое такое место, чтобы прям это, ну, вообще было клево. Все, пацаны, вот мы здесь снова. Фернандо Дито, я хочу сказать спасибо за то, что подарил мне 5000. Мне они пригодятся, надеюсь. Ну, в принципе, не надеюсь, они мне и так пригодятся. Так что сейчас полетим куда-нибудь покорять какие-нибудь здания в городе Лас-Вентурасе. Только теперь выходить мы не будем, просто поприседаем на них, посмотрим, что на них есть такого интересного, чего нету на других всяких зданиях. Вот так, вот-вот, прямо возле вертушки такой. На университет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, оп. Все, отлично. Здание покоренное, теперь можно считать. Будешь моим личным копом. Двигатель не заводится, отлично. Движку попа. Ну чё, парни? Паркур. Блять, это будет отлично, если мы спустимся живыми. Все, прыгаем, прыгаем, парни. Все, прыгаем, прыгаем, парни.
Блядь, ну это прикольно вообще, так прям застряли. Так, и вот теперь я не знаю, что нам делать без вертолета-то. Или вообще без машины. Тут только мотоциклы сейчас. Скутеры можно будет арендовать. Это она здесь ЛВ больница, не ЛС. Да, это ЛВ, отлично. Блять, в воздухе летающие гетовцы, бандиты окружили мента. Блять, я не знаю, как это назвать, но это, в общем, охуенно. Мне уже, кстати, успели выдать предупреждение за то, что я еду так долго. Ну что ж, надо... Вот, блять, я не знаю, может быть, тут как-то попробовать спрыгнуть с этого моста, чтобы быстрее все это как бы было. Только я боюсь, что Себастьян вылетит с этого, со скутера и разобьется. Себастьян, говорит, стой. Становились. Это на уровне воды, да. Все, полетели. Сегодня какой-то летающий прям вообще денек получился у меня, блядь. Полетели с крыши университета, на вертолете полетали, с моста попрыгали. Вообще прям РПшный коп. Что ж, парни, на этом, я думаю, можно закончить. С вами был Джеймс из Бро, Калифорния Ролеплей, вот такой вот лифт офигительный. И Сан-Фиеро, полицейский департамент. Что ж, всем удачи, всем пока. И увидимся в следующем видео, блядь. Всем пока.